На черном фоне появляется белая надпись «Гараж» латинскими буквами. Затемнение. Из темноты появляется белый фон. Черными буквами надпись. Марк Куин, Вим де Львуа. Постмодернизм и постхьюман. Часть первая. Добрый вечер. Сегодняшние наши, ну, то, что вы видите, это два автопортрета, естественно. Автопортреты достаточно контрастные, потому что Вим де Львуа представил вот такой вот автопортрет в виде дверного молотка. Автопортрет, очевидно, гротескный и комический. И достаточно честно связан с тем, чем вообще занимается этот замечательный бельгийский художник. И следующее, как бы, что такое дверной молоток, это явно некая старинная вещь. Это некий элемент старинной культуры, эпохи барокко, например, эпохи Ренессанса, собственно, те эпохи, к которым он обращается, которые он цитирует в своем творчестве, и внедряя в этот, превращая этот дверной молоток старинный в свой автопортрет, он в равной степени иронизирует и над собой, и, собственно, над самим этим антиквариатом, который он таким образом имитирует. Что касается автопортрета Марка Квина, то это одна из самых знаменитых и самых шокирующих, наверное, работа, которая была в поколении молодых британских художников, которого генерации группы, которой принадлежит Марк Квин. Это автопортрет, сделанный из замороженной крови самого художника. Это отливка из его крови. Кровь он собирал в течение 5 месяцев. Он собирал свою кровь, отлил из нее этот самый автопортрет, который может храниться только в морозильной камере и является, с одной стороны, символом того, что это действительно более, так сказать, реалистического автопортрета, более точного подобия не может быть, потому что это автопортрет, который буквально является частью самого художника. И это самая достоверная информация о нас, которая может быть, это уже не наш облик, это уже наша ДНК. И это действительно вот эта ДНК, которая тождественна художнику, которая является его продолжением в большей степени, чем его изображением. Две цветные вертикально ориентированные фотографии. На левой фотографии на белом фоне изображен скульптурный автопортрет художника Вима де Львуа в виде бронзового дверного молотка. Он имеет форму головы художника. Это мужчина средних лет в очках с морщинками на лбу, короткой стрижкой. Уголки рта чуть приподняты, как будто в полуулыбке. Он смотрит прямо перед собой и держит в зубах кольцо-молоток. На правой фотографии изображен скульптурный автопортрет художника Марка Куина. Он сделан в форме головы художника, которая отлита из его же замороженной крови. Голова лысая, глаза закрыты, губы сомкнуты, нос среднего размера. Мышцы лица расслаблены. Лицо не выглядит полным, однако у художника довольно округлые щеки и подбородок. Лоб довольно высокий и немного нависает над глазами. Скульптура темно-красного цвета с сероватым оттенком и с белым инеем на поверхности. Вдоль черепа посередине проходит шов, линия стыка двух половинок формы, в которой отливали работу. Она похожа на шрам и тянется от макушки, проходит за ушами и спускается к шее. Ну и одновременно это как бы скульптура, которая предельно хрупка, которая является символом и тотального сходства, и абсолютной бренности этого автопортрета, который не более долговечен, а даже менее долговечен, чем сам портретируемый. Да? То есть это то, что разрушает нашу надежду на бессмертие, которое движет нами, когда мы заказываем свой портрет, и когда мы хотим стать произведением искусства, что тоже будет одним из сюжетов нашей сегодняшней лекции, сюжетом, с которым работают оба художника. Работа эта хранится в холодильнике, она требует очень серьезных условий хранения, транспортировки, коллекционирования и так далее и тому подобное. И один из портретов, собственно говоря, Марк Квин делал несколько версий этих портретов. Некоторые были не из крови, некоторые были из красного вина. Вот, может быть, кто-то видел эту вещь. Один из этих портретов показывался в Москве на выставке в доме фотографии, и там была как раз такая вот софт-версия из вина, все-таки не из крови. А первая работа, которую он сделал, первый автопортрет, таки растаял. То есть его неправильно хранили, эта первая вещь все-таки исчезла. Соответственно, он делал несколько версий из крови в том числе. Художники эти, при всей контрастности вот этой заставки, которую я вам даю, которую я хотела показать, художники эти на самом деле достаточно близкие. Во-первых, они одной генерации, у них там какая-то совершенно минимальная разница в возрасте. И это генерация художников, которые сформировались и сделали, может быть, свои самые значимые работы в 90-е годы.
90-е годы связаны с двумя идеями. Ну, идея постмодернизма, когда нету никакого проекта, отменяется проект современности как утопия, отменяется проект будущего как утопия, отменяется проект новизны, что каждый художник, каждая генерация должна принести что-то новое. Взамен этого художники получают, обратно получают доступ ко всем историческим стилям, которыми они могут манипулировать, которые они могут микшировать. И, как мы увидим, и у... Особенно у Вима де Львуа и у Марка Квина это постоянный диалог с тем, как с формами классического искусства, традиционного искусства, старинного искусства. Но, однако, никакой возможности на самом деле вернуться и как бы, продолжать дело, я не знаю, там, мастеров Возрождения или там, мастеров академической живописи XIX века, как полагают традиционалисты. Естественно, такой подход постмодернистский не предполагает. Скорее, он предполагает недоступность какой-либо подлинности. И подлинности прошлого, и подлинности современного, что все является исключительно объектом манипулирования, объектом микширования, объектом такой игры. Но при этом в то же поколение те же идеи были, как бы было отмечено еще одним желанием предельной. Вернуться к предельной подлинности. Это предельная подлинность, это подлинность физиологии, это подлинность тела, это подлинность телесного опыта. Но и ощущением того, что даже этот опыт уже не является, не дает гарантии реальности, не дает гарантии подлинности. Это идеи, связанные как бы, с идеологией постчеловеческого, постхьюмана. Это знаменитая выставка, которая прошла в 1992 году. Делал ее американский куратор Джеффри Дейч. Мы немножко позже еще, наверное, вернемся к этой выставке. Выставка, которая была значима еще не только со своей экспозицией, в которой Вим де Львуа участвовал, а скорее была значима своим каталогом, неким, это действительно было скорее выдвижение некой идеи, чем создание некой выставки. Что такое сегодня репрезентация человека, когда человек уже, то есть постчеловеческое, это не мир, когда все человечество умерло, да, это не вот эта вот катастрофическая перспектива из научной фантастики, а это мир, в котором изменились абсолютно представления о человеке, что человек уже это не только должен не осознать себя и не репрезентировать себя через искусство. А человек впервые получил возможность абсолютно радикально менять себя через новые возможности медицины, через пластическую хирургию, через новые технологии, с одной стороны, через виртуальную реальность, в которой можно существовать вне своего тела буквально. И поэтому огромный тот визуальный ряд, который предлагала эта выставка и предлагал этот каталог, был составлен не только из произведений современного искусства, но и из произведений медиа и массовой культуры. Там, например, огромную роль играл Майкл Джексон, который такой пример человека, который абсолютно пересоздал себя, изменил расу, например, там, все истории про людей, которые изменили пол, и образы научно-фантастического кино, которые предлагали абсолютно новые, так сказать, репрезентации человека, репрезентации человеческого тела, там, фильм «Терминатор», особенно «Терминатор 2», где есть два варианта этого вот постчеловеческого существования, как бы «Железный» и «Терминатор», собственно, этот замечательный «Ртутный терминатор», действительно такое знаковое произведение 90-х годов и того времени, с которыми так или иначе оба художника, оба героя нашей лекции сегодня будут связаны вот с этим кругом этой проблематикой постмодернизма с одной стороны и постчеловеческого с другой стороны. При этом работают они с ним по-разному. Де Львуа художник предельно ироничный на первый взгляд, а Марк Квин при всем своем вот как бы шокирующем, вызывающем и пугающем искусстве, художник отнюдь не эпатаж, а художник на самом деле исключительно патетический, да, потому что, собственно говоря, сделать собственную голову из крови – это жест предельно патетический. И при действительно близком круге образов и тем – это два, наверное, достаточно контрастных подхода к этим самым сюжетам и к этой самой проблематике. А Вим де Львуа – бельгиец, бельгийский художник. Самые ранние его работы – выставляемые. Это вообще работа 69-68 года. Это его детские рисунки. Как он утверждает, это его детские рисунки, которые заботливо сохранили его родители. Рисунки эти выставлялись впервые в 2005 году на выставке в качестве первых. Это ранние, мои ранние работы. У каждого художника есть вот этот период моих ранних работ. И де Львуа говорит, что он, в отличие от многих художников, он не прячет свои ранние работы, потому что есть много людей, которые начинали, например, там, какой-нибудь
реалистической живописи, а сейчас они делают скульптуры, очень стесняются своих ранних работ. Он их не стесняется, он показывает вот эти свои детские работы. Есть, конечно, версия, что это розыгрыш, и что это работы других детей, вообще непонятно, чьи работы, но очень заметно, что в той подборке, которая есть, совершенно ощутимо, что это работы сделаны, что это детские работы, которые отобраны таким образом, чтобы походить на современное искусство. В частности, вот замечательные котики, удвоенные нас, довольно недвусмысленно отсылают к поп-арту и к Уорхолу, у которого был альбом с кошками. И Уорхол для бельгийского художника Вима де Львуа фигура достаточно значимая, потому что он сам де Львуа рассказывает, что при этом как бы его не пытались вписать в бельгийскую традицию, это традиция бельгийского искусства, которая достаточно обширная и очень легко прочерчиваемая там, от Брегеля через Энсера и Магрита до Бродерса, то есть он как бы говорит, что, конечно, все замечательно, я кто бы спорил, но при этом для меня он признает, что для него был очень важен поп-арт, для него был очень важен Уорхол, и Уорхол был важен исследованием логотипов, что как логотипов, как современной геральдики, как современной геральдической системы. И первые вот такие все-таки уже не детские, а как бы более-менее работы Вима де Львуа, в авторстве которых мы можем не сомневаться, это вот такие работы, связанные как раз со старинной геральдикой. Это гербы городов, это гербы родов, бельгийские, фламандские гербы, которые размещаются на совершенно не приспособленных для них обыденных предметах. Это может быть эти самые лопаты, это могут быть гладильные доски. Собственно, названия этих работ нет, они так и называются — лопаты и гладильные доски. И это исследование того, насколько как бы старинная система ценностей, старинная система значений, которые являются геральдикой, которые являются гербы, нечитаемые, не приспособлены к современным реалиям. Что там рекламный логотип, конечно, был бы на этой гладильной доске куда уместнее, но как бы старинная культура нечитаема, старинная культура то ли показывает свою нечитаемость для нас, то ли пытается выжить, приспособившись к этим новым, непонятным и неожиданным для нее носителям. Фотодокументация работы Вима де Львуа. Зал с белыми стенами и деревянным полом. К одной из стен прислонено 12 гладильных досок. Они стоят на одинаковом расстоянии друг от друга. На всех гладильных досках изображены разные старинные гербы. Фон на всех гербах выдержан в различных оттенках желтого. На всех присутствует стилизованное изображение орла с расставленными в стороны крыльями, изображенного во всю длину гладильной доски. Вот эти огромные коллекции этих самых гладильных досок, которые выглядят действительно как такой Уорхол, если бы Уорхол работал со средневековыми гербами, с другой геральдической системой. И следующий проект, достаточно близкий, вполне себе с колоритом европейским. Де Львуа продолжает свое исследование классической высокой европейской культуры и ее, так сказать, ее способов приспособления или ее невозможности приспособиться к современному миру. Он делает те же самые совки, но сделаны из дельского фарфора, голландского фарфора, вот такой признак высокого, не высокой культуры, а высокого быта, высокой буржуазности, вот то, что все приятные, такой респектабельной роскоши, которую он говорит, что да, база, это вся красота, музей, респектабельный, да, ну что с этим делать, это когда-то было бытовым предметом. Вот они, вот эти самые, вот это баллоны, газовые баллоны. Почему они не имеют права быть такими же прекрасными, как вазы? Совки, то, что кажется тарелками, на самом деле не тарелки, это лезвие для циркулярных пил. Фотодокументация работы Вима де Львуа. В центре фотографии на белой стене висит деревянный шкафчик с двумя полками. На них стоят лезвия для циркулярных пил, на которых нарисован один и тот же пейзаж в бело-голубых тонах, характерный для голландского фарфора. На изображениях две мельницы. Одна большая на переднем плане и маленькая на заднем. Они стоят на берегу реки. Лезвия похожи на расписные тарелки. На верхней полке этого шкафа расположены 4 таких лезвия. 2 крупных, почти во всю высоту полки, стоят по бокам. Они имеют зубчатый край. Между ними располагаются 2 лезвия, размером в 2 раза меньше. По краю у них более крупные зубцы. 4 таких же маленьких лезвия стоят на нижней полке. У всех лезвий в центре есть круглое отверстие.
И при этом как бы в этой работе, конечно, есть некое, как бы это забавно, это красиво, это соблазнительно, как бы это вполне рыночная работа. И для Дельвуа очень важно быть рыночным художником, чтобы иметь возможность играть с рынком и бросать вызов этому арт-рынку. Но для этого, чтобы манипулировать арт-рынком, надо быть соблазнительным для арт-рынка. Но при этом это работа, в которых есть какая-то невероятная щемящесть, да, есть ощущение, что эти две системы ценностей, две эстетические системы несовместимы буквально катастрофически, что дельский фарфор – вещь предельно хрупкая, и что эти современные требования утилитарные просто уничтожают, как бы, что это вещи, где материалы, назначение этих вещей взаимоаннигилируются. Либо разобьется, либо это бесполезно, либо это немедленно разобьется. И еще большего вот как, такого драматизма, это противостояние старинной эстетики, старинных материалов и современной функции, обретает вот такую серию работ, серия произведений, которая называется «Гол». Фотодокументация работы Вима Дельвуа из серии «Ворота» 1989-1991 годы. На фоне белой стены выставочного пространства стоят футбольные ворота. Их штанги и верхняя перекладина выкрашены в белые и красные чередующиеся полоски. Вместо сетки — стеклянный цветной витраж. На задней стенке изображен голландский пейзаж. Верхнюю половину пейзажа занимает голубое небо. Под небом зеленая равнина, а ниже, на переднем плане, коричневая полоса распаханного поля. Справа вдалеке стоят три мельницы. В центре изображения на поле находится фигура мужчины-крестьянина. Он одет в синюю кофту и фиолетовые штаны. На ногах массивные голландские деревянные башмаки с острыми, чуть загнутыми вверх носами. Через плечо перекинута желтая сумка. Мужчина идет по полю и рукой разбрасывает семена, лежащие в сумке. В левой части пейзажа изображены три толстых дерева. Под ними сидит еще одна человеческая фигура в синей одежде. Этот человек сидит на корточках со спущенными штанами. Картинка с пейзажем обрамлена узором из фиолетовых и зеленых стеклянных ромбов. Боковые стенки ворот полностью застеклены этим узором. Витраж разделен перекрещивающимися перемычками, которые делят изображение на одинаковые прямоугольники. Это футбольные, собственно, вот именно эти вещи были на выставке «Posthuman». Это футбольные ворота, сделанные в технике витража старинного. Как бы витража не столько церковного, это бытовые, хотя и церковного тоже, это бытовые сюжеты, хотя это может быть и церковный витраж, как бы обыгрывающие, ну, все возможные сюжеты про то, что спорт и медиа – это современная религия, про то, что там, про, ну, как бы прежде всего пронзающие эту идею, что пронзающие зрители идеи, что стоит только начать играть в эти ворота, и они разобьются, да, вот это ощущение предельной хрупкости этой старины, респектабельности, высокой буржуазности, которая в них заложена, что это просто культура, которая не способна выжить в современном мире, как бы не способна, либо не способна выжить в современном состоянии человечества. Собственно, эта работа, не как сам Дельвуа говорит, он говорит, что для него было очень важно участие в этой выставке «Posthuman», но кураторская идея опережала наличие произведения искусства. Это потом, говорит Дельвуа, сделал работы, которые годились для этой выставки. Эта работа, собственно, к теме выставки не имела особенного отношения, хотя сама эта работа по себе прекрасна. И первое, как бы, дальнейшее его исследование, он продолжает заниматься исследованием, как приспособить наследие прошлого к современности, как совместить утилитарность и высокую эстетику, и делает вот такую серию замечательных работ, деревянных, резное дерево, собственно, бетономешалки, выполненные в барочном стиле. Работа Вима Дельвуа из серии «Бетономешалки» 1991-1993 годы. На фоне белой стены на бежевом полу стоит выдуманная художником старинная бетономешалка, сделанная из дерева. Она небесно-голубого цвета, с белым растительным орнаментом. Конструкция похожа на маленькую резную кровать с очень высокими изголовьем и изножьем. Между изголовьем и изножьем закреплен большой котел. С одной стороны от котла на изножье закреплена ручка в виде колеса, чтобы мешать бетон. С другой стороны на изголовье — коробка в форме домика. Внизу под котлом — горизонтальная плоскость. Если продолжать аналогию с кроватью, то это было бы местом для матраса. Со стороны изголовья и изножья к этой плоскости также прикреплены ручки в виде колес.
Бетономешалка покрыта ажурной резьбой и похожа на предмет старинного дворцового интерьера. Тоже такая высокая европейская культура, тоже абсолютно вещи очень соблазнительные, нефункциональные, гротескные. И вещи, в которых для самого художника важен еще один сюжет, это вещи, которые, собственно говоря, только прикидываются такой классической европейской культуры, барочной, даже если это бетономешалка. Потому что на самом деле делались они в Индонезии, где есть... Вот это старинное это ремесло резьбы по дереву, более, так сказать, живое, тем более интересное, чем в современной Европе. И вот эта традиционная деревянная резьба по дереву, вещи, делающиеся на заказ в Индонезии, и выглядящие как бы микстом, таким образом микстом целых трех реальностей. Традиционной индонезийской культуры, традиционного ремесла, вот этого самого европейского барокко и современного индустриального мира, мира, про который уже там с 60-х годов достаточно часто говорится, что это эпоха, которая не оставит после себя соборов и замков, и соборов и дворцов, а оставит после себя заводы и фабрики. Хотя, видимо, уже заводы и фабрики – это тоже предыдущая эпоха. А вот, соответственно, такой микс этих всех значений поражает вот такие вещи очень... красивые, соблазнительные и абсурдные. А после барокко у Дельвуа наступает период готики, и он начинает точно так же обыгрывать готические орнаменты, которые тоже, как он утверждает, не вполне и не всегда готические, потому что в них вплетены элементы ближневосточной культуры, иранской культуры, и вот, собственно говоря, вот эта неевропейская культура, которые достаточно могут быть похожи, могут мимикрировать и растворяться в этом орнаменте, это достаточно это сложная технология, потому что одним из первых начинает делать это компьютерные вещи, смоделированные на компьютере, сделанные при помощи лазерной резьбы. Фотодокументация работы Вима Дельвуа. На городской площади стоит ажурная металлическая конструкция в виде грузовика бетономешалки. Конструкция полая, ажурная, состоит из множества металлических деталей. Все детали отсылают к убранству готического собора. Тонкие вытянутые узорчатые элементы, готические узкие окна, стрельчатые арки. Грузовик выполнен в натуральную величину. У грузовика 8 колес, кабина, вместо кузова большая емкость, по форме похожая на веретено. И там какие-то последние времена, чуть ли не при помощи 3D-принтеров, то есть он один из первых стал осваивать эти новые технологии, чтобы создавать вот эти вот вещи, которые начинает делать в 2000-е годы и делает по настоящее время. Это уже работы 2010-х, 2011-х годов, некий постоянный сюжет, который у него происходит. Вещи нефункциональные, вещи очень красивые, вещи, собственно говоря, вещи абсолютно невозможные, потому что, собственно, то, что во всех этих предметах есть, в них, прежде всего, есть ощущение невозможности этого предмета, абсурдной невозможности этого предмета, который такой предмет-мутант, предмет, который не вызван к жизни никакой целесообразностью. Вещи очень как бы забавные. Причем там повторяется все, вот эти гербы там опять появляются. Появляется изумление перед этой техникой. Хотя при этом для самого Дельвуа важно, что как бы готику он на самом деле очень любит и считает, что это высочайшее достижение человечества. Живет он в городе Генте, где находится один из самых знаменитых соборов Европы, Генский собор с Генским алтарем, собственно, такое начало Северного Возрождения, начало такое очень важное для истории живописи. И человек вот из этого города создает вот эти все пародии на готику, некое странное ощущение про то, как, про то, как готический стиль то ли выживает в современном мире, то ли разваливается в руины на глазах, потому что для Дельвуа это и вызов европейской культуры, это и руины Европы, это и закат Европы. И одновременно это какая-то мимикрия этих великих европейских стилей, которые великой эстетики, которая пытается приспособиться к современности. И как бы, при этом сам Дельвуа говорит, что готика, ну что вполне жизнеспособна, вот она в музыке появляется, еще где-то, что это слово не выходит из оборота, что почему-то это продолжает быть важным. Вот такие вот невероятные готические сооружения. Металлические резные шины тоже, как бы шины, которые покрыты готическими орнаментами. Но при этом, конечно, это пока что, то, что мы смотрели, пока что это достаточно эстетские и невинные игры, но дело не только в том, чтобы показать нефункциональность, дело в том, что еще ввести в эти высокие ремесла еще некий элемент физиологизма и гротеска, и телесности. Ну, такая достаточно невинная работа, серия мозаики, которую он делает в 90-92 году. Одна из этих мозаик была показана в том числе на документе, на Венецианской биеннале, то есть такие вещи, показывавшиеся на очень значимых выставках.
Фотодокументация работы Вима де Львуа из серии «Мозаики» 1990-1992 годы. На фотографии запечатлен пол, на котором выложена мозаика. Он выглядит мраморным, но на самом деле сделан из кусочков колбасы. Мозаика состоит из различных вариаций геометрического узора, представляющего собой нечто похожее на цветок, вписанный в квадрат. Размер такого квадрата примерно с человеческую ступню. На углах каждого из квадратов расположены семиконечные звезды. Общий фон мозаики темно-розового цвета. Контур цветов светло-бежевого цвета. Вот такой вот мозаичный пол мраморный, который, если приглядеться, оказывается выложен как бы из кусочков колбасы и оказывается съедобным, и оказывается, собственно, таким ублажением, чем-то уже совсем низменным, скажем так. И еще более низменная мозаика вот с таким вот орнаментом, который при ближайшем рассмотрении оказывается достаточно убедительным изображением экскрементов. То есть это абсолютно чистый, идеальный пол, который с изысканным орнаментом, который, если присмотреться, оказывается покрыт экскрементами. И ты все время должен как бы перенастраивать свой взгляд, абстрагируясь либо от того, что это изображение экскрементов, либо от физиологичности своего восприятия, либо от того, и тогда ты видишь этот орнамент и чистоту этой мраморной мозаики, это, в общем, дворцового пола, либо ты все-таки видишь эти экскременты абсолютно иллюзорные, и ты, в общем, все время должен какие-то два способа восприятия удерживать в голове. Тогда же появляется, в том же году появляется вот такая достаточно скобрезная роза ветров. Фотодокументация скульптуры Вима де Львуа «Роза ветров» 1992 год. Скульптура «Роза ветров» находится в интерьере классического музея. Она состоит из четырех стоящих по кругу обнаженных мужских фигур черного цвета. Мужчины стоят, слегка наклонившись вперед, ноги на ширине плеч. Ладонями они закрывают себе глаза, а большими пальцами затыкают уши. Локти расставлены в разные стороны. Из ягодиц у них торчит окуляр телескопа, куда зритель может смотреть. Изо рта, как видно по следующей фотографии, у них торчит объектив телескопа. Все четыре фигуры данной скульптуры стоят в одинаковой позе, и в каждую встроен подобный телескоп. Фигуры стоят по кругу, ягодицами в центр круга. Головы направлены в разные стороны, по направлениям частей света. Это четыре скульптуры, которые представляют собой телескопы, да, то есть через них можно смотреть, но для того, но смотреть надо, собственно говоря, через задницу этого персонажа, который весь является вот таким вот живой машиной, ну не живой, но машиной в виде человеческого тела. И, по-моему, они еще немножко, к тому же они еще немножко автопортреты, вот такой образ художника, как того тела, того существа, через которое мы должны смотреть на мир, но чтобы смотреть через него на мир, надо привыкнуть к тому, что это вообще-то еще как бы некое живое существо со своей физиологией, которое, в общем, волей-неволей надо принимать. А вообще история про какие-то телесность, сексуальность, скатологию, которую надо как-то ввести в искусство, достаточно постоянный сюжет де Львуа, вот такой не самый его главный проект «Скворечники», достаточно занятный, где появляется вот эта садомазохистская атрибутика, которая вторгается, ну, вот в мир абсолютно самое невинное, что может представить, скворечники, вот такая идиллия, природа, птички, то, чем занимаются семьей. И вообще мир животных, как мир, которому мы приписываем свойства идиллические, да, что животное, природа, это что-то идиллическое, не знаю, и безгрешное, то, что, собственно, то, с чем де Львуа достаточно юрнически работает, делая вот такой вот трофей, пару косуль, которая предполагается, что это охотничий трофей, вот эти чучела. Косуль – это скульптуры, но при этом эти чучела занимаются любовью, что, собственно, животным тоже не возбраняется, но занимаются любовью в человеческих позах. Цветная горизонтально ориентированная фотография скульптуры Вима де Львуа. Пространство вне помещения. На переднем плане площадка, засыпанная гравием. На заднем плане зеленые деревья. На невысоком желтом постаменте расположена темная металлическая скульптура. Это два оленя, самец и самка, которые совокупляются в человеческой позе. Самец с раскидистыми рогами лежит сверху, самка снизу лежит на спине и обхватывает самца задними ногами. Их гениталии соприкасаются. Они касаются друг друга раскрытыми пастями, словно застыли в поцелуе. Олени выполнены реалистично.
где нужно, ну, где нам предлагается соотнести себя с этими животными, этих животных с собой. Тоже классический сюжет, сюжет там басен, сюжет бесконечного количества европейской живописи про каких-нибудь там зверей, которые поймали охотника. И сюжет, который для Дельвуа связан, наверное, вот, собственно, с его этим исследованием постхьюмана, самый знаменитый, самый скандальный его проект, проект про то, как мы соотносим себя с животными и что нас от них отделяет. Это проект, которым он занимается с 1997 года. Он татуирует свиней, покрывает их татуировками. Как бы это целое как бы предприятие. В 1997 году он зататуировал первую свинью. И изначально он выставлял, собственно, и продавал живых свиней с татуировками. Там был целый сюжет про то, что этих свиней покупают поросятами, как потом татуируют их еще маленькими, еще поросятами. И потом, значит, свинка вырастает, и, соответственно, произведение искусства тоже вырастает. И, опять-таки, это метафора арт-рынка, потому что всегда любой коллекционер стремится купить произведение, которое потенциально может вырасти в цене. Точно так же, как вообще свинья была для бедных семей капиталовложением. Ты покупаешь поросенка и откармливаешь его, он должен вырасти. Поэтому копилки в виде свиней. Да? И вот это, вот, вот это живое произведение искусства, в которое ты вложился, которое вырастает в цене и в объемах. И продавал он этих живых свиней, но продавал вот это странным образом, что коллекционер мог купить эту свинью. При этом свинья оставалась на ферме. И, соответственно, можно было наблюдать за ней по веб-камере и как бы изучать ее жизнь, изучать и потом после смерти все-таки стать, смерти этого животного, стать обладателем его шкурки. На Дельвуа очень наехали после этого проекта всевозможные защитники животных, после чего ему пришлось этот проект свернуть в Европе и придумать совсем уже удивительную историю. Он организовал настоящую арт-ферму в Китае, под Пекином, потому что там было, не было защитников животных. Китай – это там все было дешевле, и Китай – это как бы огромная традиция искусства татуировок. В конце концов. А при этом сам, как бы сам Дельвуа считает, кое-что ничего как против животных он не имеет. И те его аргументы, которые он всегда приводит в споре с защитниками животных, они более чем убедительны. Да, во-первых, он сам вегетарианец. Ищет убежденно и считает, что вот нельзя есть ничего, у чего есть мама. И что, то, что он говорит, что его свиньи живут дольше, чем любая другая свинья в мире. Ни одна свинья в этом мире не дикая, да, не умирает своей смертью. Эти живут дольше. Они живут в идеальных условиях, татуируют их под наркозом. Когда он выставлял живых свиней, за каждой свиньей смотрела в галереях и в музеях были ветеринары. На этой ферме их кормят, холят, лелеют, массируют, ухаживают за их шкуркой, чтобы она была в идеальном состоянии. То есть эти свиньи живут, в общем-то, жизнью, которой могут позавидовать все другие их сородичи. И это такая идеальная жизнь этих свиней. И очень интересны вот это ворота этой фермы. Фотография ворот фермы, на которой Вим Дельвуа содержит своих татуированных свиней. На фотографии изображены высокие ворота фермы. Они выше, чем два человеческих роста. На решетке ворот расположены четыре больших круга. Два сверху и два снизу. По внешнему краю кругов располагаются зубцы, как на шестеренках. Внутри кругов — кованые скрещенные лопаты. Сверху ворота увенчаны кованой фигурой мускулистого мужчины. Он изображен по пояс в позе играющего мышцами силача с поднятыми руками, кисти сжаты в кулаки. Два щита или герба расположены по обе стороны от туловища мужчины. Фигуру мужчины и гербы обвивает лента. Если ворота открыть, то фигура силача распадется на две половинки. Перед воротами стоит сам Вим Дельвуа. Темноволосый короткостриженный мужчина в светло-желтой футболке и черных брюках. Он стоит посередине ворот, скрестив руки и широко расставив ноги. И, значит, дальше очень сложный проект, как же, собственно говоря, эти татуировки делать. Надо сказать, что производят как бы и шкурки, и свиньи, производят совершенно удивительное впечатление, потому что ничто так не похоже на человеческую кожу, как шкурка свиньи розовой.
И когда она покрыта татуировками, это очень жутко, потому что действительно у тебя ощущение, что это человеческое тело, что это человеческая плоть, что это, и что очень сложно почувствовать эту разницу между человеческой плотью и вот этой самой зверушкой. А потом, как бы, татуировка – это всегда некий способ, некое высказывание о себе. Я татуирую, там, я рассказываю свою биографию через то, что покрывает мою кожу. Я создаю свой автопортрет. Я создаю тот портрет, который, тот образ меня, который останется неизменнее, чем то, что будет происходить с моим телом. Я там состарюсь, изменюсь. Но при этом эти татуировки, которые рассказывают обо мне, что я такое, останутся навсегда. Это моя летопись, которую я веду на своей коже. Как придумать это заказ? Да? Как придумать татуировку для свиней? Дельвуар придумывал персонажа для каждой свиньи. Что вот эта свинья – это вот это. Вот и придумывал целую, как бы, исходя из этого персонажа, он придумывал целую историю жизни некого существа, некого человека, которая проецируется, вот, как бы, татуируется на этой свиной шкурке. И таким образом свинья оказывается неким подобием человека, сама об этом не ведая, и выглядит как человек. Причем это, как бы, все эти исследования, да, о том, что нас отделяет от животного, замечательным образом совпали, вот, как бы, ну, я думаю, что вы слышали на уровне популярной науки, что свинья – это самое генетически близкое к человеку животное, и что если возможны какие-то донорские трансплантации органов от животного к человеку, то это будут свиньи. Поэтому это действительно физически самое близкое к существу, к человеку. И то, что показывает Дельвуа, он показывает, где проходит грань между человеком и животным. Так ли мы уверены, что это... Так ли мы в этой грани уверены? Так ли мы уверены, так ли, можем ли мы на ближнем, на крупном плане отличить татуированную шкурку свиньи от татуированной кожи человека? Тем более, что вот это все то, весь тот рассказ, через который человек утверждает себя как человек, и вся эта биография, она есть на этой шкурке. То есть для него эта биография, как бы татуировать свинью, это способ превратить ее в антропоморфное существо. А, как я уже говорила, он вегетарианец, он считает, что, ну, как бы, что он совершенно не хочет издеваться над животными. И наоборот, он считает, что, как бы, что то, чем он занимается, это, как бы, это действительно постчеловеческий проект, проект вот этого постхьюманного мира, в котором человек не является вершиной мироздания, венцом творения, в котором надо подумать, что мы-то, как бы, что у нас не обладаем большими правами, большими силами, большей ценностью, чем эти самые, например, эти самые свиньи, которых мы едим, или овцы, которых мы клонируем, и когда вообще, как бы, что, и каким будет следующий мир, в котором будут ожидающий нас мир, в котором кто-то будет жить с донорскими органами от свиней, совершенно неизвестно. А вот история, как бы, ну, это один аспект, собственно, связанный с постгуманизмом, с постхьюман. Другой аспект, связанный с идеей фабрики. Фабрика, это, кстати, закрылась уже. Вот там она у него просуществовала в Китае несколько лет, и сейчас он эту историю свернул. Это, опять-таки, орхоловская идея производства, поэтому для него очень важно, там очень куча сюжетов в этих татуировках отыгрывается, там все, как бы, вся история татуировок, вся, да, там и тюремные, и моряцкие, и рокерские, и байкерские, но при этом там еще постоянно возникают логотипы. Свинья, которая оттатуирована логотипами, там, не знаю, Луи Вуитона, условно говоря, и свинья, которая подписана Вим де Львуа, поскольку, но это подпись, которая, как вы видите, стилизована под Walt Disney, потому что совпадают инициалы. То есть художник как производитель веселого маскульта, гениального маскульта, художник как логотип, художник как, ну, как то, что делал Орхол, но свой логотип уже наносящий не на картины, не на произведения, а вот на эти самые живые произведения, обладающие какой-то своей самостоятельной жизнью. Впрочем, сейчас, как бы, выставляются в основном вот эти самые шкурки, да, татуированные этих свиней, которые прожили, надеюсь, свою долгую и счастливую свиную жизнь и умерли, и умерли без болезни, но выглядит это все, конечно, это жутковато. Выглядит это, конечно, любому приличному защитнику животных как-то хочется прекратить это все, потому что есть в этом всем нечто невыносимое. Но вот это невыносимое, это, собственно, понять, почему это для нас невыносимо, это, собственно, тот вопрос, который Дельвуа и задает, ставит в своих произведениях. Опять-таки, без особого ущерба, я надеюсь, для этих самых зверей. Я искренне верю, что это более счастливые, самые счастливые свиньи на свете были. Вот. Но это такой же проект без свиней. Это
собственно, тут чучело, обтянутые коврами. Фотография работы Вима де Львуа. На белом постаменте в светлом выставочном пространстве стоит чучело взрослой свиньи, обтянутое ярким узорчатым ковром. Ковром покрыто все тело свиньи, за исключением копыт. На спине свиньи большой круглый красный орнамент. Он напоминает стилизованное бордовое солнце, покрытое цветочным узором. В центре цветок бежевого цвета. Расцветка ковра на задней части тела свиньи, ногах, ушах и морде – бежевый фон с редкими красными цветами. Прекрасными, опять-таки, роскошными коврами, тоже вся история орнамента, вся история летописи, вся история культуры, которая записана в каждом из орнаментов. Вот теперь это вот такие вот уже не татуировки, а орнаменты. Но, конечно, в какой-то момент произошел качественный скачок, и у Вима де Львуа появилось еще одно произведение искусства, уже человек, вот такой вот Тим Штайнер, которого произведение, то там очень странная история с датировкой этого произведения, датировано оно в 2008 годом. Между тем, зататуировал де Львуа этого парня, который швейцарец, музыкант, не музыкант, тусовщик, ну, в общем, человек, который сам очень хотел, чтобы с ним это сделали. Зататуировал оно в 2005 году, а в 2008 году он продал это произведение искусства с абсолютного согласия самого Тима, который был рад, потому что все деньги от этой сделки получил не художник, а получил сам Тим и его семья, которая подписала необходимые документы, что они, да, согласны на то, что Тим становится произведением искусства, которое покупается. Продали его некому западному коллекционеру. И, собственно говоря, смысл сделки заключается в том, что коллекционер после смерти этого Тима становится обладателем произведения, то есть его татуированной кожи. А коллекционер старше этого Тима намного. Поэтому пока эта сделка, в общем, абсолютно виртуальна. Но единственное, что входит в обязанности Тима сейчас, пока он является произведением искусства и проданным произведением искусства, собственно, он сам себя продал как произведение искусства, он должен присутствовать на выставках в качестве живого произведения искусства. И вот он там может несколько месяцев подряд присутствовать в экспозиции и показывать себя, демонстрировать себя. Вот он, собственно, сидит, насколько я понимаю, в Лувре, где была одна из выставок Вима де Львуа, и показывает свою великолепную татуированную спину. И причем это как бы... То есть здесь ход, который происходит здесь, это ход абсолютно, на самом деле, обратной истории про свиней. То есть свинью татуируют, чтобы она стала похожей на человека и стала антропоморфной. Человек, которого Вим де Львуа покрывает татуировками и подписывает в качестве произведения искусства, за счет этого расчеловечивается и превращается, собственно, из живого существа со своей биографией, со своей историей, превращается в объект современного искусства, которого тоже, опять-таки, не, это не очень сложная обязанность в данном случае быть объектом современного искусства. И де Львуа говорит, что, скорее всего, этот Тим подписался на это, собственно говоря, потому что ему нравилось показывать себя, потому что у него было там эксгибиционистское какие-то склонности, как у многих, да, и потому что для него это была мечта о бессмертии. Стать произведением искусства – это вот то самое обещание бессмертия, которое всегда движет, как бы испокон веков двигало всеми, кто заказывал свой портрет или требовал, чтобы его изваяли в виде статуи, которая будет стоять на площади. Это всегда как бы история про искусство, это всегда история про бессмертие. И здесь это тоже стать произведением искусства, стать бессмертным, но стать немножко ценой потери собственного статуса. Я не знаю, к сожалению, как это надо будет выяснить, попытаться это выяснить. Собственно говоря, кто придумывал татуировку? Потому что, насколько я понимаю, татуировку для этого Тима – это не та татуировка, когда человек приходит в тату-салон и говорит, вот запишите на мне то-то, то-то и то-то. То есть когда он не сам себя рассказывает на своем теле, а когда он согласен принять тот другой рассказ, тот рассказ, который ему придумывает, ту биографию, в каком-то смысле ту летопись, которую ему придумывает Вим де Львуа. То есть он отказывается от себя, становится вот этим от себя, как бы кем он был до этого, становится вот этим живым произведением Вима де Львуа, что, собственно, его, видимо, все абсолютно устраивает, потому что многим хочется, чтобы им придумали, кем им быть. Я вот буду, сделайте из меня звезду. Вот из него сделали звезду, его раскрутили, он стал живым произведением искусства, немножко перестав за счет этого быть человеком. Это вот проект с
с татуированными свиньями, с арт-фермой, и вылившийся в результате в проект с татуированным человеком, это те вещи, как бы те проекты, в которых Дельвуа исследует и историю культуры, потому что татуировки – это своя культура, которая уходит, там, если брать еще азиатскую традицию, это непонятно в какую старину. Да? То есть это действительно вся история, как бы, если очень большая часть истории культуры человечества записывалась в том числе и на людской коже. И там татуировки, там, если вы помните, там была и готика, и Дисней, и все что угодно. Да? То есть это действительно некий экскурс в историю цивилизации. И история про то, что отделяет человеческое от нечеловеческого. Так ли мы уверены, что мы всегда можем эту грань определить между человеческим и нечеловеческим. И следующий тоже очень громкий проект, придуманный Вимом Дельвуа, это уже даже не столько про человеческое и нечеловеческое, сколько про живое и неживое, про органическое и неорганическое. Проект «Клоак» — это огромная машина, очень сложно устроенная, потребовавшая больших научных разработок и изысканий, достаточно обошедшаяся в 200 тысяч, по-моему, долларов ее сооружение обошлось. Но эта машина абсолютно абсурдная. Но вообще в истории искусства было достаточно много абсурдных машин, которые там... Но, например, машины, которые рисовали, или машины, которые играют, там еще чем-нибудь занимались. У машины Вима Дельвуа было... Изначально он хотел сделать, вообще соорудить машину, которая не производит ничего. То есть машина, которая работает, очень сложно устроена, но работает без какого-либо результата. Это абсолютно холостой ход ради самого себя. Вот. А придумал он как более эпатирующий, более смешной ход. Он придумал машину, которая производит дерьмо, которая производит экскременты. Это машина, которая умеет переваривать пищу. На самом деле это сложный, как бы, действительно научный опыт построить действующую модель пищеварительной системы, которую он строит, вот она называется «Клоака». Существует, по-моему, 6 версий этой машины, как бы с логотипом, с производством, потому что то, что эта машина, так сказать, экскременты этой машины продаются как мультипли. И это еще одна история про арт-рынок. Собственно, это тоже можно рассматривать как некую метафору арт-рынка. Почему нет? Но при этом это тоже очень сложная история про то, что, как функционирует эта машина. И что такое кормление машины? Это принести... Машина это показывалась в какой-то момент на Биеннале в Лионе, во Франции. А Лион – это такая гастрономическая столица Франции. Я там случайно подслушал разговор нескольких местных поваров, которые хвастались, главные шефы гастрономической столицы Франции, которые хвастались, кому из них удалось предложить свои яства машине Вима Дельвуа. И они были очень горды, что они смогли в этом вот кормлении машины поучаствовать. Она живая, да, то есть это живые бактерии. И Дельвуа говорит, что это замечает, это голем, это живое бессмертное существо, которое может оставаться бессмертным, пока ты меняешь запчасти. Это существо, как бы, которое функционирует, ее пищеварение клоаки, функционирует гораздо лучше, чем человеческое пищеварение, потому что она именно человеческую пищеварительную систему повторяет, потому что на нашу пищеварительную систему воздействуют стрессы, воздействуют всякие... психологические потрясения, а у нее нету стрессов, у нее нету души, поэтому это идеальное пищеварение. Единственная проблема, что при этом она абсолютно, ее можно отравить, как любое живое существо, это как бы машина, которую можно отравить. Если ей дать слишком много алкоголя, как рассказывает Вим Дельвуа, ей будет нехорошо, как любой машине, как любой пищеварительной системе. Соответственно, есть такая очень сложно настраиваемая история, есть... масса замечательных, как бы, которая породила массу замечательных баек вокруг себя. Фотография работы Вима Дельвуа «Клоака». Большой затемненный выставочный зал. В центре зала на белом постаменте стоит машина, переваривающая еду. Это сложная вертикальная конструкция высотой примерно 2,5 метра, состоящая из резервуаров, находящихся один под другим и соединенных проводами и трубками. Машина состоит из 3 ярусов. Что-то вроде насоса наверху, прозрачные резервуары с едой в середине. Под ними механизм в виде торчащего вперед конуса, производящий экскременты. Под ним расположена горизонтальная палка с двигающейся широкой лентой, как на кассе в супермаркете. По этой ленте получающиеся экскременты должны транспортироваться от машины.
Сзади к машине приставлена металлическая лестница. На заднем плане фотографии, правее от центра, на стене, виден логотип данной машины с ее названием. Логотип копирует фирменный стиль духов «Шанель номер 5». Это белый квадрат с черной рамкой и текстом. В самом центре — название машины латинскими буквами — «Клоака». Название написано жирными заглавными буквами. Над ним находится надпись «Номер 5». А под названием заглавными буквами — слово «Китай» по-французски. Слово «Китай» значительно меньше слова «Клоака». Там еще один логотипчик прекрасный, что как бы одна история была в том, что поскольку действительно очень интересное изобретение, к Дельво обратилась компания Procter & Gamble с просьбой, с предложением заключить контракт, чтобы эту клоаку использовали для тестирования продуктов детского питания. Потому что нельзя детей попросить что-либо тестировать, нельзя их использовать для тестов. Соответственно, вот есть клоака, вот ее используют для тестирования, Procter & Gamble ее используют для тестирования детского питания. Дельва получает, и обе стороны получают выгоду, деньги, рекламу. Ну, собственно говоря, ничего плохого, кроме хорошего. И Дельво отказался, потому что он сказал, что, конечно, я, с одной стороны, был польщен, но, с другой стороны, это разрушает главную идею этого произведения, идею его абсурдности. Как только эта машина становится полезной, смысл произведения абсолютно утрачивается. Это история бесполезности и абсурдности. А вторая история была про то, что когда эту машину в 2002 году, по-моему, выставляли в Америке, Дельво пришлось придумать целую легенду по поводу того, что в ее разработке участвовал целый там, научный отдел Антверпенского университета, потому что дело было сразу после 11 сентября. И самый пик, так сказать, бдительности в Америке. И просили выяснить, как бы доказать, что эта машина не может быть опасной, что она не может быть бактериологическим оружием, например. Вот, и ему это, и он там доказал это, то есть он нанял экспертов, придумал историю про ученых из университета, а потом один из этих ученых, с которым он не был знаком, предъявил свои права на эту машину и сказал, что Дельво украл его изобретение. Что решилось, в общем, наниманием адвоката и тем, что этот человек рассосался. Да? То есть вот такая замечательная абсурдная машина, которая помимо всех ее удивительных вопросов о том, где живое и не живое, о том, что такое машина, которая производит дерьмо, о том, почему это дерьмо, произведенное машиной, становится произведением искусства, вот так это все выглядит. А еще порождает, генерирует какое-то удивительное количество невероятных сюжетов, имеющих отношение к тому, что такое искусство, и вообще к тому, как функционирует наш мир, как функционирует наше общество. Вот такой замечательный сюжет про клоаку. И в одной из выставок эта клоака была помещена внутрь, выставлялась вместе с готическим проектом Вима Дельво, потому что это еще машина, как некая, которая является частью искусства, которая, являясь частью искусства, является частью религии. Фотография двух работ Вима Дельво. Светлое выставочное пространство. В центре зала стоит другая машина, переваривающая еду, также называющаяся клоака. Она состоит из 7 резервуаров, похожих на большие банки, связанные между собой проводами и трубками. В этот раз резервуары стоят на отдельных столах в одну линию, рядом друг с другом. По бокам от крайних резервуаров стоят еще 2 стола. На столе слева от ряда резервуаров стоит вытянутый вертикальный механизм с большой белой воронкой сверху. В эту воронку загружают еду. Механизм приблизительно в 1,5 раза выше человеческого роста. Около него стоит высокая лестница на колесиках и с перилами, чтобы загружать в него еду. Справа от резервуаров на еще одном столе стоит большой металлический ящик с торчащими из него трубами, из которых, видимо, должны выходить экскременты. Позади на белой стене находятся 12 готических витражей высотой не меньше 2 метров. Они расположены в один ряд и возвышаются над инсталляцией. Все витражи стрельчатой формы с разным узором. Ряд резервуаров с едой перекликается с рядом витражей на стене. Потому что сегодняшний человек, может быть, не всегда верит в Бога, но всегда верит в одно, но готов верить в искусство. И вот такой идол, которому надо приносить жертвы.
которого надо кормить, которого надо угощать, что вот, как выяснилось, даже вот великие лионские шефы с огромным интересом делали. Готический проект, который де Львуа начинает, как бы его все равно продолжает занимать, и одна из его там занимается до сих пор, одна из его самых таких знаменитых историй, это настоящая готическая часовня, которая сделана из стали резной, то есть она выглядит так же, как сделана его замечательные тибетономешалки и грузовики, только на этот раз это уже часовня. Она существует и в виде макетов, и в натуральную величину. Натуральную величину она, по-моему, в нескольких существует музеях, в том числе в Люксембургском музее современного искусства, и производит, надо сказать, ошеломительное впечатление. Так и стоит готическая капелла, только вся металлическая. И с резная, и с витражами. Витражами тоже де Львуа занимался достаточно рано. Но это очень странные витражи, которые, если их начать пристально рассматривать, там как бы оказывается много всего интересного. Началась идея с витражей вот с такого вот проекта X-Ray. Ну, X-Ray – это рентген, как бы на… И, соответственно, это X-кино. Два рентгеновских снимка, на которых изображены два разных поцелуя. На снимках на темном фоне отчетливо выделяются сине-белым кости. Мягкие ткани еле заметны, кажутся полупрозрачными. На левом рентгеновском снимке мы видим, как два человека тянутся языками друг к другу. Ярко выделяются своим бело-голубым оттенком на черном фоне только челюсти, часть шеи и зубы. Челюсти у обоих разомкнуты, расположены друг напротив друга. Мы видим языки от корня до кончика, они выглядят непривычно длинными. На правом снимке видно, что человек слева выше правого. Вокруг них виден ореол, где можно различить нос и вытянутые вперед по направлению друг к другу губы. Это рентгеновские снимки людей, занимающихся сексом, которые, поскольку это рентгеновские снимки, становятся частью витража. Их очень легко и удобно использовать как витражи и тоже имеют некий агностический подтекст, потому что рентген – это то, что показывает, где душа, если мы можем просветить человека рентгеном, вот где в этом теле находится душа. И, с другой стороны, тоже такой совершенно классический среди вот этот сюжет с этими скелетами, да, это абсолютно классический сюжет, который во многих вот таких вот прекрасных готических соборах существует, это пляски смерти. Вот эти пляски смерти, которые исполняют, только исполняют не скелеты, а исполняют, собственно, живые люди, просвеченные до скелета, как бы мы при жизни уже часть этой пляски смерти. Фотография элемента витража, сделанного Вимом де Львуа для его капеллы, 2006 год. Витраж состоит из рентгеновских снимков. Фрагмент, изображенный на данной фотографии, показывает четыре повторяющихся квадратных сектора витража, два ряда по два квадрата. Каждый квадрат состоит из четырех восьмиугольников, тоже в два ряда по два восьмиугольника. В верхнем левом восьмиугольнике изображен рентгеновский снимок двух людей. Вновь отчетливо видны только кости. Люди изображены по пояс. Они стоят лицом друг к другу. Левый стоит чуть выше, положив руку правому на плечо. Правый, кажется, согнулся и положил голову на плечо левому. Они сняты снизу, поэтому их ребра выглядят как дуги. Это изображение повторяется в каждом восьмиугольнике, но отраженно. В восьмиугольнике под ним оно перевернуто вверх ногами, а два восьмиугольника справа отражают два левых зеркально. Все четыре восьмиугольника, вписанные в квадрат, составляют симметричный орнамент витража. Все то же самое повторяется в остальных трех квадратах витража, похоже на изображение в калейдоскопе. Витраж напоминает традиционный средневековый сюжет «Пляска смерти». И из вот этих всех замечательных там, плясок смерти, рентгеновских снимков, создаются невероятные витражи, которые пока ты в них не… Там, это уже, по-моему, не рентгеновские снимки, а какая-то компьютерная графика по мотивам этих рентгеновских снимков, которые читаются абсолютно, как это действительно читается эта капелла. Ну вот там эта схема Клоаки там еще есть, как витраж, там, но масса всяких интересных сюжетов, которые существуют в этом новом храме, агностического мира, храме, в котором совершенно не для Вима де Львуа не было идеи там оскорбить чувства верующих, он не антиклерикал, он агностик, а просто указать на какую-то совершенно
как ушла из современного мира вот эта самая религиозная парадигма, которая держала европейскую культуру вместе с готикой, вместе с барокко, вместе со всеми теми прекрасными вещами, которые сейчас абсолютно не к чему применить, только как делать из них бетономешалки и футбольные ворота, причем применить их таким образом, который для этих вещей разрушителен. Вот такая вот тоже, наверное, достаточно, может быть, самая в этом смысле эпатажная история, которую он делает, это остановки «Крестного пути», которые разыграны рентгеновскими снимками лабораторных мышей, что тоже нас возвращает, опять-таки, к классическим сюжетам европейской культуры, где все время есть басни, где все время есть истории про животных, которые выступают, разыгрывают человеческие истории, человеческую жизнь, которая нас возвращает как бы вот от басен, да, от античности и до диснеевских мультиков, это постоянно есть этот сюжет, который нас возвращает к тому, где грань между человеческим и нечеловеческим, к жалости, потому что животных мы часто жалеем больше, чем людей в сюжетах, да? Там, когда в кино там кто-нибудь делает плохо собачке или котику, это всегда как бы гораздо драматичнее воспринимается, чем когда в кино кто-то делает плохо человеку. Это всегда как-то... Вот. И опять-таки еще одна история, что мыши, что эти мыши или крысы, там, кто это, что это лабораторные существа, что это существа, на которых ставят опыт, и что все эти страсти, что весь этот крестный путь – это некий опыт, который над ними ставят непонятно с какими целями. То есть действительно это совершенно как бы, вот, и как бы как мы можем понимать сегодня этот сюжет, он как бы классический сюжет европейской культуры вот через этих самых мышей. Вот такой вот пронзительный проект. Ну, собственно, готика – это постоянный сюжет Дельвуа, поэтому вот один из самых его тоже это проект для Венецианской биеннале «Башня Торре». Фотография башни Вима Дельвуа де Торре, 2009 год. На берегу канала в Венеции стоит башня Вима Дельвуа. Это металлическое сооружение серо-коричневого цвета, состоящее из множества элементов готической архитектуры. Башня высотой с двухэтажный дом. Видно, что она состоит как бы из трех частей. Нижняя часть – опора, которая уже основной части. Основная часть – самая широкая. И третья часть – куполообразная крыша и шпиль. Все части башни тонкие, вытянутые, как бы устремленные ввысь. Вот такая вот огромная металлическая, вырезанная лазером невероятной сложности готическая башня, которая при этом не готическая башня, какая-то какая-то абсурдная машина одновременно там... Стимпанковский космический корабль. Ну, в общем, масса прочтений есть этого, фантастических этих замечательных вещей. И следующее, что он начинает делать совсем недавно, уже вот в 2010-е годы, это не только делать этой сложнейшей формы скульптуры, но еще делать их искаженными, закручивать их спиралью. Да? Тоже это все, как бы, когда это изображение можно как угодно манипулировать в компьютере, а потом переносить вот эту манипуляцию в материальный мир. Вот такая же та же готическая башня, которая закручена спиралью. Целый проект отлитых металлических скульптур, отлитых по тестам Роршаха. Вот как тест Роршаха. Классическая барочная, даже не барочная, рококо, по-моему, две вакханки, которые превращают, это две танцующие вакханки, которые превращаются, сливаются и превращаются в вот эти самые роршаховские пятна. Вот такие вот тоже ракальные скульптурки какие-то, которые скручиваются в спираль. И, наверное, самые, то есть как бы претерпевают все возможные невозможные метаморфозы, вот этот самый, даже этот сам по себе невозможный готический грузовик, еще можно закрутить в спираль. Или создать вот такую тоже вот самое, что не знаю, европейская вещь, вот этот кубок Наутилус, который мы все знаем по фламандской живописи, но это скрученный в эту раковину готический собор, который стоит вот таким как бы. И в этом же варианте он делает распятие. Тоже, опять-таки, без всяких религиозных, как сам Вим де Льва утверждает, подтекстов, что действительно один из классических
образов, да, одна из классических форм европейской культуры, вот этот самый распятие, с которым мало кто в 20 веке, в 21 особенно работал. В 20 много были экспрессионистские распятия, а в конце 20 очень, в общем, не очень кто. Что происходит, как работает крест, это геометрическая фигура, что с этим крестом будет происходить в современном таком постэвклидовском и постчеловеческом мире, в мире виртуальной реальности, в мире там, компьютера. Как угодно его можно закрутить, как угодно можно менять геометрию. Но проблема в том, что человеческое тело, которое приколочено к этому кресту, должно в этом новом мире приспосабливаться к этой новой геометрии. И вот что с этим крестом, что с этим распятым будет происходить в этом совершенно другом мире, уже постчеловеческом, постэвклидовом, как бы, и не только, как бы уже за постмодернистским, вот получаются такие невероятные штуки, достаточно жуткие на самом деле. Фотография скульптуры Вима де Левуа. Сюрреалистическая скульптура подвешена к потолку выставочного зала. Скульптура из металла золотого цвета с глянцевой поверхностью. Скульптура изображает распятие Христа. Но тело и крест сильно вытянуты, деформированы. Они скручены в форму, напоминающую знак бесконечности или лежащую на боку восьмерку. Если первые вещи де Левуа были очевидно забавными, да, то чем дальше, тем больше эти вещи становятся пугающими, все-таки тревожными. Ну и как тоже такой момент, который, видимо, у каждого художника-постмодерниста наступает, это испытание классическим музеем. У Джеффа Кунса и у Такеши Мураками, о которых мы говорили на предыдущих лекциях, это был Версаль, а у Вима де Левуа был Лувр. Вот пирамида Лувра, вот под ней стоит эта самая скрученная башня, 12-й год. Как там в этом... И тоже это Лувр, видимо, не столько музейная, сколько дворцовая именно история, то есть это испытание не старинной культуры, а старинной роскошью. Как забавно, в общем, в этой роскоши, в общем, все это в результате растворяется. Действительно, как бы тут один из тех художников, которые в старинных музеях и в старинных интерьерах удивительно, как хорошо смотрятся. Марк Квин, следуя как бы при этом, эта культура оказывается каким-то местом успокоения, что если это там смотрится, то, может быть, все не так страшно, как иногда кажется, когда вот эти вот выкрученные распятия, которые действительно, в общем, довольно жуткие, довольно пугающие, на самом деле, предмет.